Библейский портал экзегет.ру представляет. 16 глава 3 книги Ездры. Для библейского портала Экзегет читаем эту неканоническую книгу в русском синодальном переводе. Это последняя глава. И вот уже как-то, знаете, хочется закончить это чтение, потому что предшествующая, 15 это такой комок бедствий. Всем будет очень плохо. Все грешны, все виновные, всем будет ужасно плохо. Фактически, это полностью исчерпывающее содержание 15 главы. И 16 с этого же начинается. Ну, давайте начнем. Просто тут без особых комментариев, а комментарии потом постараемся осмыслить все это вместе. Горе тебе Вавилон и Асия, горе тебе Египет и Сирия. Четыре страны названы, причем Вавилон и Египет это довольно могущественные империи. Асия, это часть нынешней Турции или Малой Азии, и Сирия, примерно то же, что и сегодня называется Сирией, это всего лишь географические регионы, это не могущественные страны. Да? То есть, как можно сказать, там, не знаю, Евросоюз, и Соединенные Штаты, и там, я не знаю, Флоренция и Техас, да? вот, то есть какие-то отдельные области. Можно это понять, конечно, как описание вот всех известных областей. «Припаяшьтесь вретящим власеницами, оплакивайте сыновей ваших и болезнуйте, потому что приблизилась ваша погибель. Послан на вас мечи, кто отклонит его, послан на вас огонь, и кто угасит его, послан на вас бедствие, и кто отвратит их. Прогонит ли голодного кто льва в лесу, или угасит ли мгновенно огонь в соломе, когда он начнет разгораться? Отразит ли кто стрелу, пущенную стрелком сильным?» Господь сильный посылает бедствия, и кто отвратит их? Все плохо, и нет спасения. Да, вот э, еще даже и хуже, чем в 15 главе. шел огонь от гнева его, и кто угасит его? Он блеснет молнией, и кто не убоится? Возгремет, возгремит, и кто не ужаснется? Господь возрит грозный, и кто не сокрушится до основания от лица его?» содрогнулась земля и основание ее море, волнуется со дна, и волны его возмущаются, и рыбы его от лица Господа, и от величия силы его, ибо сильна его десница, напрягающая лук, Острые его стрелы, пускай мы, им не ослабеют, когда будут посылаемы до концов земли. Вот посылаются бедствия, не возвратятся, доколе не придут на землю. Взгорает с огонь и не угаснет, доколе не попалит основание земли. Как стрела, опущенная сильным стрелком, не возвращается, так не возвратятся бедствия, которые будут посланы на землю. Горе мне, горе мне, кто избавит меня в те дни. Слушайте, а смысл в чем? Ну, мы поняли, что все будет плохо. Всем будет плохо. Никак нельзя от этого уклониться. Это все от Господа. В чем смысл? Вот читая 15 главу, мы говорили о том, что на фоне как раз этих последних глав третьей книги Ездры очень хорошо начинает восприниматься откровение Иоанна Богослова, где примерно то же самое. Но сколько там смысла, как стройно выстроена вот эта система образов. Вот там разворачивается некоторая мировая драма, там Агнец как бы закланный, то есть Христос становится властелином мира, и победа над злом, она осуществляется вот через эти акты возмездия. А здесь просто плохо, 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 плохо. И фактически мы можем сказать, вот если вынуть из истории Христа, вот будет так. Вот ничего другого ждать не приходится. Начнутся болезни, и многие его стенают, начнется голод, и многие будут гибнуть, начнутся войны, начальствующими овладеет страх, начнутся бедствия, и все вострепещут. Что мне делать тогда, когда придут бедствия? Вот голод и язва, и скорбь и теснота посланы, как бичи для исправления. Но при всем этом люди не обратятся от беззаконий своих, о бичах не всегда будут помнить. То есть это еще и бесполезно, это не только э, нельзя предотвратить, это еще и все впустую, да? то есть никакого даже покаяния не будет. Вот на земле будет дешевизна во всем, и подумают, что настал мир. Но тогда ты -то и постигнут землю бедствия, меч, голод и великое смятение. А дешевизна, ну то есть все будет дешево. Вообще, на самом деле, это признак упадка производства, да, то есть никак не могут продать, поэтому сбрасывают цены. И тут тоже, в общем, получается, это не очень хорошая вещь. А может быть, в переносном смысле дешевизна, то есть ничто не будет цениться, жизнь человеческая, кажется, менее всего. От голода погибнут очень многие жители земли, а прочие, которые принесут голод, падут от меча. И трупы, как навоз, будут выбрасываемы, и некому будет оплакивать их, ибо земля опустеет, и города ее будут разрушены. Не останется никого, кто возделывал бы землю и сеял на ней. Дерева дадут плоды, и кто будет собирать их? Виноград созреет, и кто будет топтать его? Ибо повсюду будет великое запустение. Трудно будет человеку увидеть человека или услышать голос его». Ибо жителей города останется не более десяти, и из поселян человека два, которые скроются в густых рощах и растерянных скал. Как в масличном саду остаются иногда на деревах три или четыре маслины, или в винограднике обобранном не досмотрят несколько гроздей те, которые внимательно обирают виноград, так в те дни останутся трое или четверо при обыске домов с их мечом. Ну, то есть пройдет враждебное войско, всех убьют, но 3-4 человека там как-то спрячутся, убегут, где-то затаятся. Даже еще и меч с собой возьмут. «Земля останется в запустении, поля ее заглохнут, дороги ее и все тропинки взрастут терном, потому что некому будет ходить по ним. Плакать будут девицы, не имея женихов. Плакать будут жены, не имея мужей. Плакать будут дочери, их не имея помощи. Женихов их убьют на войне, и мужья их погибнут от голода». Ну, знаете, он даже комментировать «не хочется» вот ужасы за ужасами, да? И все как-то впустую. Или не впустую. Слушайте это и вразумляйтесь, рабы Господни. Это слово Господа. Внимайте ему, не верьте богам, о которых говорит Господь. Вот приближаются бедствия и не замедлят. Вот здесь очень хочется, чтобы наш автор Гездра, гипотетический, хотя, скорее всего, это лирический герой, на книжника Ездра он очень не похож. Вот на того, которого мы видим в первой книге Ездры. Вот хочется, чтобы он наконец нам что-то сказал, ну, давайте покайтесь, да, или там что-то сделайте, вот, чтобы это не было просто бессмысленным набором ужасных мучений, чтобы в этом всем появился какой-то смысл и какой-то замысел. Как у беременной женщины, когда в девятый, час, в девятый месяц настанет ей пора родить сына, часа за два или за три до рождения боли охватывают чрево, и при выходе младенца из чрева не замедлят ни на одну минуту. Так не замедлят прийти на землю бедствия, люди того времени выстинают, боли охватят их. Ага, рождение, все-таки, когда женщина рожает, да, конечно, боли много, но это не бессмысленная боль, рождается новый человек. Значит, здесь что-то новое родится. Он об этом напрямую ничего не говорит. Да просто не знает. Да, вот как раз здесь можно очень хорошо увидеть, как эта книга стоит на пороге Нового Завета. Уже очень многое есть из того, что будет в Новом Завете, но нет главного, нет смысла, нет цели, нет какого-то единого замысла Божьего, который в этом всем осуществляется. Просто ужасы, ужасы, ужасы. Слушай слово, народ мой, готовьтесь на брань, на войну, то есть, и среди бедствий будьте, как пришельцы земли, Продающий пусть будет как собирающийся в бегство и покупающий как готовящийся на погибель. Ну, то есть не как обычно недвижимостью там или земельными участками торгует, а тут продает, как будто он бежать собирается, да, и покупает, как будто он помрет прямо после этого сразу. То есть, ну, никакого серьезного внимания этим сделкам. Торгующий, как не ожидающий никакой прибыли, и строящий дом, как не надеющийся жить в нем. Сеятель пусть думает, что не пожнет, и виноградарь, что не соберет винограда. Вступающие в брак, что не будут рождать детей, и не вступающие, как вдовцы. Посему все трудящиеся без пользы трудятся. почему же это так? Да? То есть живите как бы по инерции, не рассчитывая ни на что хорошее, не рассчитывая на плоды трудов, на продолжение рода, на нормальную хорошую жизнь. Ибо плодами трудов их воспользуются чужеземцы, и имущество их расхитят, дома их разрушат, и сыновей их поработят, потому что в плену и в голоде они рождают детей своих. Вот, все у вас придут и отнимут. Печально. Кто занимается хищничеством, тех, чем дольше украшают они города и дома свои, владения и лица свои, тем более возненавижу за грехи их, говорит Господь. Как блудница ненавидит женщину честную и весьма благонравную, так правда возненавидит неправду, украшающую себе, обвинит ее в лицо, когда придет тот, кто будет защищать преследующего всякий грех на земле, довольно странный образ, как блудница ненавидит женщину честную, правда возненавидит неправду, то есть правда сравнивается с блудницей, а не наоборот. Но э, неважно, вот тут такой хоррор без конца да? и э, абсолютно никакого выхода. Но мораль есть. «Потому не подражайте неправде, и делам ее бы еще немного, и неправда будет удалена с земли, а правда воцарится над вами». И что? Да, хочется сказать, правда воцарится, и все равно все будет ужасно плохо. Да? А не все ли нам тогда равно? Я немножко провоцирую, понятно, но э, вот действительно, мне в этой главе не хватает э, какой-то перспективы, какого-то э, позитива. Он появляется, вот, в следующих строках будет что-то. Пусть не говорит грешник, что он не согрешил, потому что горящие угли возгорятся на голове того, кто говорит, «Я не согрешил пред Господом Богом и славу его». Господь знает все дела людей, начинания их, и помышления их, и сердца их. То есть, грубо говоря, все грешны. Ни один человек не имеет права сказать, «Я не согрешил». Потом апостол Павел разовьет эту мысль. Да? Значит, мы все нуждаемся в спасении, как же оно приходит. Но еще раз, это порог Нового Завета. Да? Вот это те представления, те вопросы, на которые Новый Завет дает ответы. Если бы не было этих вопросов, Новый Завет бы, ну, наверное, не случился, потому что просто люди бы не поняли, что к ним это обращено. А здесь они вот уже мучительно на это все смотрят, думают, да, все будет ужасно плохо, мы все грешны. Дальше-то что? Как из этого выбираться? Он сказал, Господь сказал, да будет земля, и земля явилась, да будет небо, и было. Словом его сотворены звезды, и он знает число звезд. Он созерцает бездны, и сокровенное в них измерил море, и что в нем. Словом своим он заключил море среди вод, и землю повесил на водах. Здесь такие, как в псалмах, образ, он простер небо, как шатер, на водах основал его. Он поместил в пустыне источники вод и озера на вершинах гор. То есть он, неожиданные вещи. Пустыни, вдруг там оазис, вершина горы, вдруг там озеро. Очень красиво, кстати, это бывает. И причем здесь, кстати, вот это все? Озера на вершинах горд для незведения рек с высоких скал, чтобы напаять землю. Да? То есть это не специально, это не случайно, не, для, не только для красоты, это источник рек. А Причем здесь это. Господь сотворил мир, мир очень сложно и прекрасно устроен. Так вот, как раз это ответ на вопрос, знает ли Господь дела людей? Он знает все, потому что все это Его. Он сотворил человека и положил сердце его в середине тела, и вложил в Него дух, жизнь и разум. И дыхание Бога Всемогущего, который сотворил все и созерцает все сокровенное в сокровенных земли. Он знает намерения ваши, что помышляете вы в сердцах ваших, когда грешите и хотите скрыть грехи ваши. Вот ответ на этот вопрос, да, как ваш Творец, он знает, как вы устроены и как, собственно говоря, протекает ваша жизнь. Потому Господь совершенно ясно видит все дела ваши и обличит всех вас, и вы будете посрамлены, когда грехи ваши откроются пред людьми, и беззакония предстанут обвинителями в этот день». Что вы сделаете, как скроете грехи ваши пред Богом и ангелами его? То есть грехи – это что-то объективное, да, вот они сами о себе заявят. «Вот Бог судья, бойтесь его, оставьте грехи ваши и навсегда перестаньте делать беззаконие, и Бог изведет вас и избавит от всякой скорби». После того, как долго и подробно Описаны все эти ужасы и кошмары говорит: Но если не будете грешить, Бог вас от этого избавит. Как? Да? Вот снова вопрос, на который в Новом Завете ответ дается. Ибо вот, возгорается на вас ярость многочисленного полчища, и схватят некоторых из вас и умертвят для принесения в жертву идолам. Да, не просто убьют, а еще и сделают жертвенными животными для языческих идолов. Кто будет единомыслен с ними, тех подвергнут они по смеянию, по ношению, по да? то есть, даже варианта перейти на сторону врага, и того нету не примут. Ибо по всем местам и в соседних городах многие восстанут против боящихся Господа, будут как иступленные без пощады расхищать и опустошать все у боящихся Господа, опустошат и расхитят имущество их, из домов их изгонят их. Тогда настанет испытание избранным моим, как золото испытывается огнем». Ну вот и про э, как раз э, того, те вот какие-то события, которые произойдут в качестве военных действий, да, и результат будет, конечно, очень печален. Слушайте, возлюбленные мои, говорит Господь, вот перед вами дни скорби, и от них я избавлю вас. Как? Опять, да, вот, все плохо, 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 но какой-то выход, наверное, есть у Бога. Не бойтесь, и не сомневайтесь, ибо вот ваш Бог. Опять-таки, как после всего этого не бояться? А не сомневаться, кажется, можно только в том, что все будет очень плохо. Если будете исполнять заповеди и повеления мои, говорит Господь Бог, то грехи ваши не будут бременем, подавляющим вас, и беззакония ваши не превозмогут вас. Но мы не можем. Только что было сказано, что ни один человек не может сказать, я не согрешил. Горе тем, которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими, да мы все это поле которое заросло кустарником и через которое путь покрыт черным так что человек проходить не может оно оставляется и обрекается огненное истребление и мы вместе с ним я договариваю за автора книги да ну я договариваю то что он только что сказал и на этом заканчивается книга как будто вот прямо сказал ребят все будет плохо но господь как нибудь вас спасет как-нибудь придумает. И вот тут действительно заканчивается наш вот русский Новый Завет, Ветхий Завет, простите, начинается новый, просто со следующей страницы. И вот можно задаться вопросом, почему третья книга Ездры не входит в издание Библии у католиков, у протестантов, даже у православных, кроме славян вот, российской традиции, да? Ну, почему она не входит, очень понятно, потому что она явно другая, чем библейские книги, и э, автор ее, он, конечно, не книжник Ездра, он очень не похож на того книжника Ездру, о котором мы читаем в первой книге Ездра, и сюжет ее совершенно другой. Какая-то она довольно мрачная, занудная, тяжелая. Вот, ну, не хочу я такую книгу в Библии видеть. В общем-то, большинство людей не хотело. В славянской традиции ее как-то включили, переведя, кстати, с латыни. Да, вот не осталось ни греческого, ни еврейского текста. Она наверняка была написана либо по-гречески, либо по-еврейски. Но остался только латинский перевод. И мне кажется, что включили ее когда-то, даже не знаю точно когда, вот наши предки, в основном как мост к Новому Завету. Да, то есть она... Может быть лучше любой другой книги показывает состояние человечества накануне евангельской вести. Да? Есть четкое представление о всеобщей греховности. Все народы грешны, мы в том числе израильтяне. Да? Хотя у нас есть закон, мы его не соблюдаем, мы его нарушаем последовательно. Наказание за грех это смерть, то есть весь мир должен сгореть в этих вот страшных бедствиях, нашествиях. Это неостановимо, как пущенная из лука стрела. Как лев, который выходит на добычу, как огонь, который горит, когда солома загорелась, как ее потушить. Это неостановимо, но мы не хотим погибать, что нам делать? Да? Вот на этом фоне звучит Евангельская весть. Вот книга Третья Ездра скучная, тяжелая, такая неприятная, мне кажется, служит лучшим историческим фоном. Может быть, поэтому она и включена вот действительно так, что заканчивается она, переворачиваешь страницу, открываешь Новый Завет.